Спасибо, уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемый господин генеральный секретарь. Искренне рад приветствовать членов группы стратегического видения России «Исламский мир», которая собралась на заседании после довольно длительного перерыва, причем собралась уже в обновленном составе. Особое удовлетворение вызывает участие в сегодняшней встрече генерального секретаря Организации исламского сотрудничества господина Ияда Мадани. Идея возобновления деятельности группы была поддержана президентом Владимиром Путиным, который высказался в пользу кандидатуры руководителя Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова в качестве ее нового председателя. И на сегодняшнюю встречу прибыли все вы, дорогие друзья, авторитетные, уважаемые политики, общественные, религиозные деятели, главы государственных учреждений, неправительственных организаций, занимающихся проблематикой диалога между культурами. Мне предоставлена честь огласить послание президента Российской Федерации участникам заседания группы стратегического видения России и «Исламский мир». Сердечно приветствую вас по случаю заседания группы стратегического видения России и «Исламский мир». Россия начала активное взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества в статусе наблюдателя ровно 10 лет назад. С того времени наши дружественные связи с мусульманскими странами значительно укрепились и продолжают успешно развиваться. Государства исламского мира являются нашими важными партнерами в деле продвижения диалога культур, отстаивания многообразия путей развития и цивилизационных моделей. Кстати, сама история России служит наглядным примером гармоничного сосуществования традиционных религий, в первую очередь христианства и ислама. Сегодня исламский мир переживает суровые испытания, связанные с эскалацией терроризма и экстремизма, кровопролитными междоусобными конфликтами. Против мусульманских стран, отстаивающих свои национальные интересы, в ход идут вооруженные интервенции, шантаж, санкционный и пропагандистский прессинг. Это не может не вызывать у нас самого серьезного беспокойства. Убеждены, что исламский мир сумеет выстоять перед лицом этих вызовов. Со своей стороны хотели бы подтвердить готовность к координации усилий в борьбе с террором и в поисках путей мирного урегулирования региональных конфликтов. Рассчитываю, что деятельность группы стратегического видения будет способствовать укреплению взаимопонимания и доверия между нашими странами и народами, послужит утверждению ценностей справедливости, веротерпимости и гуманизма во всем мире. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго. Владимир Путин. Хотел бы еще добавить несколько слов от себя, уважаемые коллеги. Действительно, Россию и страны исламского мира объединяет многое, прежде всего отношение многопланового сотрудничества на современном этапе, отношения, которые базируются на признании верховенства международного права в решении спорных вопросов между государствами, на приверженности поиску политических путей преодоления кризисов. Именно на этой основе мы выстраиваем взаимодействие с мусульманскими странами в ООН и в других международных организациях, в том числе в Организации исламского сотрудничества, где, как только что было вновь подчеркнуто, Россия уже 10 лет является наблюдателем. Исламский мир действительно переживает нелегкий период, не ослабевают дестабилизирующие тенденции, рост напряженности в межгосударственных отношениях, междоусобицы в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене бросают серьезнейший вызов суверенной государственности и правопорядку, разрушают экономику, оборачиваются страданиями и гибелью людей. На этом фоне, как подчеркнуто в послании президента Российской Федерации, разворачивается активность террористов, которые захватывают значительные территории и координируют свои действия. Вызывает обеспокоенность и то обстоятельство, что линии противостояния внутри исламского мира нередко совпадают с конфессиональными границами. В условиях, когда все эти проблемы нарастают, востребован широкий, по-настоящему масштабный взгляд на вещи, понимание действительно стратегических тенденций происходящих процессов. Поэтому рассчитываем, что деятельность вашей группы, в названии которой заложена задача стратегического видения, будет способствовать выработке именно такого комплексного и объективного подхода, появлению в результате дискуссий новых идей и инициатив по преодолению существующих кризисов,
поиску ответов на стоящие перед всеми нами вызовы безопасности. Рассчитываем также, что вы сможете обсудить инициативу, которую выдвинула Россия и на поддержку которой мы рассчитываем, провести под эгидой Совета Безопасности ООН анализ проблем, которые лежат в основе усиления экстремизма и терроризма на пространстве Ближнего Востока и Севера Африки, во всей их совокупности, без каких-либо двойных стандартов, на основе единых критериев, рассмотреть все эти проблемы, все корни этих проблем, включая арабо-израильский конфликт. Важные направления приложения усилий группы, как нам кажется, мобилизация интеллектуальных ресурсов и общественной инициативы в целях продвижения и обогащения традиционно дружественных отношений между Россией и исламскими государствами. Мы рассматриваем группу как хорошую площадку для реализации и практических проектов, способствующих углублению многогранного взаимодействия наших народов, помогающих лучше познакомиться с достижениями культуры, науки, искусства, обеспечивающих более широкий взаимный доступ к информации о том, как живут сегодня наши страны, какие вопросы волнуют наших людей. Разумеется, мы исходим из того, что в фокусе внимания всегда будет оставаться тематика наращивания межцивилизационного, межкультурного взаимодействия, призванного не допустить разлома по религиозно-цивилизационному признаку. Дорогие коллеги, московское заседание вашей группы открывает новый этап работы, формы и направления которой вы будете совместно определять под председательством Рустама Нургалиевича Миниханова. Желаю всем вам успеха в этой деятельности. Мы будем ее и далее активно поддерживать. Спасибо.